вечер. Сегодня у нас в гостях группа попутчиков. А ты сам-то кто, мил человек, будешь? Обоснуй. Может, нам с таким попутчиком и не по пути совсем. Я певец Михаил Круг. Исполняю свою песню. Да слыхали кое-что. А сам-то где чалился, браток? Нигде. Да ты чё, фрейрон? Поешь о том, чего знать не знаешь. Походу, по свободе за блатня хорошо платят. А власть сидельцев хочет срубить, фраер. За такой базарик и на воле язык отрежу. Ну давай. Чё ты винжуешься? Пой. Я ведь только где мы жили.
сном ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вчера, и видишь сны, и я совсем еще маленькая. Покрадываюсь к тебе и скрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь, отец, Татьянка, я смеюсь, нет, нет, не угадала. Отцу Станюха привет, деньги в конверте не шли, суки все вынули, но я ж назло не вернусь, потому что ты меня ждешь.